от имени Совнаркома дает согласие на подписание мирного договора. Россия получает новый ультиматум с еще более тяжелыми условиями. 18 февраля, 3 марта по новому стилю, в Белом замке в Брест-Литовске был подписан сепаратный мирный договор, который официально означал выход России из Первой мировой войны. Человечество никогда не приносило таких жертв на алтарь войны. Только в российскую армию было призвано более 15 миллионов соотечественников, среди которых потери убитыми, ранеными и пропавшими без вести составили более половины. Всего в день... Продолжение следует...